Разлетелась по полю полюшку, улетела моя тоска. Ожидаю я с похода дальнего чернобрового до казака. Распевка в столичном клубе «Ветеран». Сегодня праздник. Тираспольской ветеранской организации 25 лет. Она объединяет почти 4000 человек. Половина из них – ветераны труда. Есть 9 участников Великой Отечественной, труженики тыла, бывшие узники фашизма и жители блокадного Ленинграда. У нас очень хороший коллектив. Все любят петь. Все пенсионеры, на все заводные. Для нас творчество до сегодняшнего дня очень важно. Это нас заряжает. Я здесь пою уже 2 года. Мне очень нравится. Конечно, у нас люди все пожилого возраста, не молодые, но все держимся, как у нас одна женщина говорит, ей вот 97 лет, она говорит, молодая, справлюсь. Песни строить и жить помогает. И любить тоже. В клубе «Ветеран» 2 ансамбля. Здесь часто устраивают концерты, а еще вместе бывают на экскурсиях. Я уже в этой организации 8 лет. Помогает всем. Нам очень интересно в этой организации. Для нас это счастье, для нас это праздник. Прийти, пообщаться. У нас очень хороший коллектив. В дендрарий мы ходим. И в картинную галерею мы ходим. Нам везде интересно. Дома сидеть мы не хотим. Мы хотим участвовать в общественной жизни. Валерий Глазков, полковник в отставке и поэт. К юбилею организации новые стихи. Нам сегодня 25. Мы энергии полны. Ветераны Приднестровья своей родине верны. Ничего, что мы седые, раны старые болят. Мы на многое способны, сердца наши говорят. С молодежью Приднестровья мы храним покой страны. Наша главная забота – избежать пожар войны. Совет ветеранов напоминает нам о том, что мы граждане страны, что мы мужчины, а мужчины по своему долгу, по своей природе обязаны уметь защищать свою родину. Как любить родину, ветераны рассказывают детям. Считают это главной своей задачей. Беседы о важном проводят в детсадах и школах. Активно участвуют в жизни города и республики. Для всех, кто состоит в организации, поддержка. Бесплатные путевки в санатории, помощь с ремонтами и не только.